Региональный Кабмин принял ряд решений, касающихся развития агропромышленного комплекса. Увеличена государственная поддержка крестьянских фермерских хозяйств и предприятий, реализующих инвестиционные проекты. Кто оказался в числе получателей субсидий, выяснила наша съемочная группа. В этом году 14 хозяйств приобрели 498 голов племенного молодняка. На возмещение затрат дополнительно направят почти 22 миллиона рублей. Общий объем финансирования – 46,6 миллионов. Говоря о том, что мы повышаем ставки, увеличиваем направление субсидирования, поддержки, мы говорим о модернизации наших программ, отраслевых программ внутри сельского хозяйства с учетом развития инфраструктуры, возможности формирования дорог между населенными пунктами и подъездами к основным предприятиям сельскохозяйственного производства. Почти на 4 миллиона рублей возросла грантовая поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. На эти цели за 2019 год направят почти 59 миллионов. Также на 11 с небольшим миллионов рублей увеличат объем средств, предусмотренных на предоставление грантов «Агростартап» крестьянским фермерским хозяйствам. Кроме того, были внесены изменения в порядок предоставления субсидий по ряду направлений, что позволит развивать в регионе племенное животноводство и элитное семеноводство. Также увеличены ставки субсидий на оказание не связанной поддержки в области растениеводства. Ее получателями по повышенной ставке в этом году станут 10 хозяйств. Особое внимание на совещании уделили сельхозстрахованию. Данное поручение в ближайшую неделю завершить работу по сельхозстрахованию, потому что Минсельхоз пока недостаточно провел работы с нашими сельхозпроизводителями, чтобы культура сельхозстрахования, так сказать, массово была распространена на территории нашего региона. Хотя для нас это актуальная тема, она очень важна и в животноводстве, и с точки зрения ветеринарной направленности, и в растениеводстве. Это сохранение наших посевов от природных катаклизмов. Возросла субсидия на возмещение произведенных затрат по содержанию маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных на одну условную голову с 306 до 540 рублей в месяц.